Идеальное лето. Что там должно быть? Говори, не стесняйся. Я хотела бы много мороженого, много развлечений и много литературы. Я очень люблю читать. Поездки на море. Желательно не одна поездка, да? Да. А на какое море? Даже не на море, а на океан. На индийский. Как я тебя понимаю? Атлантический. Еще больше я тебя понимаю. Чтоб на море поехал, на дачу. Еще тренировок побольше было летом. Ты что-то какой-то идеальный. Тебе прямо и тренировки, и на дачу. Что ты на даче делаешь? Рассказывай. Ну, там гуляю, в магазин хожу. Тут становится уже понятнее. Так, а в магазине что там у нас? Шоколадки, мармеладки? Ну, в принципе, да. Понятно. Ну, я бы так тоже в магазин бы ходил. А грядки там помочь прополоть или газон подстричь? Помогаешь родителям? Только честно говорим. Мы у родителей спрашивать все равно будем. Ну, иногда да. Помогаю. Но в основном нет. Ну, да. Ну, правильно. По крайней мере, честно. Скажи, а кем мечтаешь стать? Полицейским и гаишником. И если мы с тобой дальше где-нибудь встретимся, то я надеюсь, ты меня вспомнишь добрым словом. Угу. Да. Обещаешь, если на дороге меня остановишь, то отпустишь? Да. Я только проверю паспорт и отпущу. Все понятно. Хорошие профессии. И полезные, и семью прокормишь, правильно? Правильно, конечно. Вот именно. А каким ты видом спорта занимаешься? Дзюдо, плавание, спортивная гимнастика, танцы. А почему так мало? Есть же еще много видов спорта. Почему ты ими не занимаешься? Не, ну я хочу маму попросить, чтобы я записалась на футбол. И еще на легкую атлетику. Еще на... А как тебе Олимпик кемп наш, в котором ты пребываешь? Мне очень нравится. Что, может быть, ты думаешь, здесь нужно еще улучшить, чтобы сделать, чтобы было еще интереснее? Думаю, ничего здесь не надо, тут всем хорошо, они тут взрослые занимаются, дети тоже. Думаю, ничего не надо. Строители молодцы, все построили как надо. Я тебе показываю картинку, а ты говоришь, что здесь изображено? Хорошо. Поехали. Это борьба. Молодец. Какая борьба? Греко-римская, наверное. Ты готовилась, что ли, к нашему интервью? Нет. Вот это, я знаю, такой вид спорта, когда там вот берут, ну, такие палки острые и одевают маски, и вот так, ну, рубятся между собой. Я знаю такой вид спорта, но я не знаю, как он называется. Давай я тебе подскажу. На букву F начинается, на эхтование заканчивается. Эхтование заканчивается. Не догадываюсь. Ну ничего. Это у нас, где бьются мячами. Ну, там один... Мушкетеры. Мушкетеры, да. Ну, это кто? Атос, Портос, Арамис или Д'Артаньян? Д'Артаньян. Еще раз давай скажи. Д'Артаньян. Да, армянская фамилия, неудобно ее так сразу произносить. Это веревку надо крутить, если человек не подпрыгнул и веревка до него докоснулась, то он вода. Ты абсолютно прав. Человек что-то копает. Правильно, правильно. А что он копает? Вот как раз мы с тобой уже разговаривали. На даче, может, что-то там? Ну, грядку копает. Ну, ты правильно. Вот скоро будет такой вид спорта на Олимпиаде. Это перетягивание канатов? Или что-то тянуть? Может, это змея какая? Может быть, конечно. Ну, вид спорта такой, знаешь, есть.
кто змею быстрее перетянет? Не, не знаю. Но это пока еще не олимпийский вид спорта, поэтому мы его не знаем. Но скоро будет такой. Это бокс? Или что это? Бокс. Это футбол, что ли? Да. Футбол. То он хочет через голову пробить. Через голову? Через голову пробить. Я не знаю, ну а где тут мяч-то? А зачем? Это же российский футбол. Российский футбол, в нем же тоже должен быть мяч. Вот и я говорю, должен быть мяч.